Привет, друзья! И сегодня мы с вами попытаемся сделать лизуна! Вот, и в этом мне поможет вот такой набор, который я купила в магазине. В интернете я пересмотрела очень много видео, как сделать лизуна в домашних условиях. Смешайте это. Честно вам скажу, я перепробовала просто кучу разных рецептов. И так. Но у меня ничего не получилось. У меня получилась какая-то жижа просто. И поэтому я решила больше не мучиться, не переводить шампуни. Я решила купить вот такой набор, в котором здесь пишется, что всегда потрясающий результат. То есть это 100% получится у нас лизун. Вот, и поэтому мы с вами попробуем сделать, посмотрим, какой же у нас получится, потому что есть много разновидностей лизунов. Вот, здесь говорится, можно один гигантский сделать или три огромных лизуна. Я думаю, мы с вами сделаем одного гигантского лизуна. И сейчас я посмотрю, что находится в коробке, и вам покажу. Ну что, поехали! В коробочке находится пластиковый медный стакан, пластиковый стакан, тетраборат натрия, поливиниловый спирт, глицерин, люминофор, мерная ложечка и две палочки для размешивания, перчатки. Приготовим раствор поливинилового спирта. Это один из самых важных и ответственных этапов. Качество приготовленного раствора очень сильно влияет на итоговый результат. Поливиниловый спирт растворяется в воде только при температуре выше 70 градусов Цельсия. Поэтому я буду поддерживать указанную температуру минимум в течение 20-30 минут до полного растворения вещества. Данный этап должны выполнять взрослые. Будьте осторожны, не обожгитесь. Я возьму пол-литровую банку и при помощи мерного стакана налью в нее 300 мл горячей воды. Затем при постоянном перемешивании добавлю в нее 5-6 ложек поливинилового спирта. Данного количества раствора хватит для приготовления 3 больших лизунов или 1 гигантского. Я буду подогревать раствор до полного растворения вещества. Надо обратить внимание на то, что в горячей воде частицы поливинилового спирта сначала становятся прозрачной, а затем растворяются. Обязательно надо довести раствор до конца. Я использую водяную баню. Поставлю емкость раствора в кастрюлю с горячей водой, предварительно положив под емкость свернутую в несколько раз тканевую салфетку. Кастрюлю поставлю на плиту в режиме слабого нагрева, постоянно перемешивая раствор до полного растворения. Затем достану емкость из кастрюли и дам раствору остыть до комнатной температуры. Так, ребят, сейчас я буду смешивать глицерин и люминофор. Люминофор. При помощи люминофора у нас будет лизун светиться. Я хочу, чтобы он сильно светился. Так. И сюда мы добавляем наш раствор поливинилового спирта. Я уже остудила до комнатной температуры. Теперь нам надо перемешать хорошенько до однородной массы. Только прям становится такая шала. И теперь нам надо добавлять самое главное. Это раствор тетрабората натрия. Он загустит наш лизун. Хотя, мне кажется, что-то не размешалось палочка. Все, хорошенько размешаем, чтобы все получилось. Теперь добавляем сюда, так, примерно вот столечко. Так, надо куренько смотреть. И еще чуть-чуть. И теперь, ребят, мешаем. Он схватывается. Ребята, смотрите.
что у нас получается. А, так. Так, я думаю, его можно уже доставать. Так, что-то у нас получилось. Так, водичка брызгает. Так, его надо размять, ребят. Что там было писали, что его надо хорошенечко размять. Он еще в водичке такой. Так, что-то у нас получилось, конечно. Ну, надо его хорошенечко перемешать. Что? Ой. Так, ребят, все, я, похоже, его уже вымесила. И у меня он стал менее таким вот желейным. Вот. И он очень круто тянется, вы посмотрите. Просто. Его можно вообще до невероятных размеров тянуть. Еще прикольно с ним можно, он хрустит очень прикольно. Вообще очень круто хрустит. И еще вот он умеет делать вот так. Это кристалл слайм, ребят, смотрите. Он такой становится очень прозрачный. Просто сейчас. Да, так сильнее надо тянуть. Он становится кристальным. Сейчас я второй кусочек вам так удобнее будет показывать. Помру вот так. Вот такой кристалл слайм становится. Очень крутой, ребят. И он еще так прикольно тоже хрустит, когда его так делаешь. Мне он очень нравится. Сначала мне показалось, что она сделала какое-то желе. Но потом, когда я его размяла. Пишите мне внизу в комментариях рецепты домашних лизунов, которые вы проверяли и у вас получилось. Я их обязательно сделаю, и мы с вами посмотрим, какой же лизун лучше. И получится ли у нас похоже на этот лизун, или что-то другое, или даже может лучше. Поэтому обязательно пишите внизу в комментариях. Вот, ребят, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Всех люблю. Пока-пока.